неплохо. Автобус новый, ездит, не ломается, обслуживание проводится в сервисе. Раньше тренажеров такого высокого уровня в нашем городе не было. Теперь их в достаточном количестве. На них смогут заниматься не только спортсмены, учащиеся нашего учреждения, но и жители, и также гости нашего города. Город очень преобразился по сравнению с тем, что было. Мы давно уже ждали этот ремонт. Преобразились фасады зданий, их выкрасили в яркие цвета, сразу больше бросается в глаза. Совершенно другими стали улицы города. Масштабная стройка завершилась, и Петриков обрел новый облик. Сегодня мы детально расскажем обо всех изменениях в городе, произошедших за последние месяцы. Услышим реакцию местного населения, а также познакомимся с непосредственными участниками масштабной реконструкции районного центра.